А что делаем, хэм? Мы делаем хэм без смертей и тенефобию. Так это невозможно. Это все возможно, если... Так, давайте вот вы сейчас раздуплитесь. Вот представьте, что в кружок кинулась метка на счет 3. И вы сейчас должны будете разбежаться. 1, 2, 3. Кинулась метка, выбегайте. Отлично. Позарь графит, вы сразу словили ГП. Давай еще раз. Хорошо, на счет 3 кидается метка в звезду. Ага, смотри. Гера, Дедмайндед, Каменс, хорош. Ты даже не говорил 3, слышишь? Чё ты, гусь что ли? Какая разница? Так ты сказал на счет 3 и сам побежал. Ты думал, что ты делаешь? Давай на счет 3. На счет 3 в звезду кидается. 1, 2, 3. И всем пофиг. Смотри. Красавчик. Все, звезде пипец, хп, давай. На счет 3 в кружок кидается. 1, 2, 3. Ладно, воин, заткнись, пожалуйста. Смотри, сколько. Вы можете все как-то выбегать в одну точку? Ракшес, встань к ним, чтобы не путал пацанов. Давайте чек на готовность, на пул, на что угодно. Фурики, снимайте шемы. У нас нет фуриков, у нас нет миликов. Есть один милик, удачи тебе, Валера. У вас ДК есть. Валера, ДК. Певчий, Каменс. Чё ты? Я тут первая есть. Так, все, вроде все раздуплились. Васаби, Джерион под босса. Черный лимон в звезду, козырь в круг. И Апис у меня, отлично. Слышишь, чё, не ставь хила в метку. Пусть под босс идет. 10 человек надо для ачивы, чтобы он кидал в РДД кольцо, копье. Ладно, черный лимон, будешь, короче, стоять в ромбике. Вместе с хилами в центре, хорошо? Отлично. Так, давайте РД. Звезда, подойдите поближе немного, чтобы виндой доставать. Фу, да поможет нам великая сила. И не бейте. Босса вообще сейчас не бейте. Бейте просто вандами. Все, давай. Мутан, ты тут? Плюс они в чат. Все, давай, мутант, начинай. На пол на мутанта. Слава Иисусу Христу, аминь. Погнали. Слава Богу. Не тратьте ману просто так, она нам пригодится еще. Кругу, кружок, оббежали. Кружок. Отлично, встаньте обратно, можете... Да, дальше виндой, короче, бейте. Смотрите, как мы дамажим. Опять кружок убежал. Оп, сатарарепа повезло. Дальше смотрим. Гучее пламя, надо сбить. Смотрите, пары никто не бейте. Звезда убежала. Звезда обратно. Лейшин, выбеги с рейда, быстрее. Не хильте никто, сначала я, потом... Опять звезда, звезда, опять убегаем. Опять сбежались в лужу. Дальше бьем жезлами. Опять звезда. Нам еще 2 минуты стоять. Не тратьте ману, пожалуйста. Заходим в лужу, бьем вендами. Косты, сбивайте. Опять звезда. Там у вас была 0-1. Вам повезло. Это я сбил. Это Рико хорош. ЕП. Так, Ракшас, выбеги с меткой. Звезда опять убежала. Да заебал. Сбежались обратно в лужу. Просто саранитовые пары подбивает, смотри. Ракшас, не бей босса, не бейте саранитовые звезда. Круг, круг. Ой, да, круг, круг, круг. Бейте саранитовые пары, каст. Так, звезда. Еще 1,5 минуты. Тратьте ману, пожалуйста. А они не филятся? Не. Звезда опять убежала. Лужа, бульдог, уходи, бульдог с рейда, уходи. Как ты, никто не бегает. Хорош. Идем в звезду, круг убежал. Агро, смотрите, Ракшас. Че, да, иди к нам. Спала метка, иди к нам. Каст. Так, звезда убежала. Подальше убегайте. Все, отлично. Идем в звезду. Сбегитесь в меня и стойте во мне.
Круг убежал, круг. Не бейте, босс. Ладно, бейте, бейте. Вендами только бейте. Только виндой бейте. Так. Круг опять. Ракшас с рейда. Хорош, Ракшас. Опять круг. Жезлом прикольно, да, бить? Да, нормальная тема. Так. 20 секунд у нас. Ждем. Опять звезда убежала. Сбежались. 15 секунд. Каст. Вендой опять бьем. Ой, кружок убежал. 5 секунд. Опять кружок, убегайте. Сейчас будут сранитовые пары. Почему-то их нету до сих пор, ну да ладно. Вот, козырь, убегай с рейда. Давайте рост, бьемся, сранитовый пар. Звезда, убегайте. Следите за этим говном. Повороте, захил. Захил, повороте, умрет. Идите звезду, не стойте по раздельности. РДД. Вот, все, звезда, убежали. Молодцы. Это кот. Умрите, умрите. Только не умирайте, бейте сранитовые пары. Опять это звезда убежала. Нет. Бежались, как стояли изначально. Стойте во мне, стойте во мне. Так мы так не изначально стояли. Ты тут испортил. Лужа, тут лужа. Так, я выбежал с рейда, только не умирайте. О, враг! Так, все, я снова с вами. Идем в черную лужу, добиваем сранитого врага. Звезда. Звезда убежала, звезда убежала. Хант. Да нормально. Да. Блять, маншот тут может. Круг, круг убежал. Все, бьем генерала Везекса. Зергаем босса. Ты смотрите. Гро. Гро, да, смотрите за Гро. Звезда убежала. Каменц умер. Слово тьмы смерть. Молодец. Где? Козырь, выбегай с рейда. Щитоп. Звезда убегает. Ой, круг, круг. Если ну как так, Виталик, а? Дамаг увеличен словом тьмы смерть побить, да? Угу. Хорош. Привычка. Звезда. Почти 3 ачива. Офигеть, почти. Что упало. Просто топ меч, который мне нужен. Ринка упала, где? О, 90. Рольте ноги. А, не при надевании. О, давай мне тогда при надевании. Давайте поролим. Нет. Там Ракшас, Ракшас уже выиграл. Значит, перчик выиграл. Так, рольте кожаные руки. Лейшн, где-то там. Топчики затупили ачивером, кстати. Да, я знаю. Молодцы. Виталик, сейчас бы, если бы не ударил, ШВД было бы все хорошо. А, так, теперь у нас... Что у нас? В комнате давайте определимся. Так, 10 порталов. Ты там стал, да? Так, давайте расскажите мне тактику, я не помню уже. Сейчас, подожди. Так, короче, камень нажимаешь, полара. Топ-тактика. Так. Бульдогу не доверяю, певчий каменс. Новый ретрика. Джерион ретриком. Лейшин сюда, ДК в жопу пока что. Дедмайнд, ты был когда-нибудь в комнатах? Хорошо, будешь в комнате. Так, ты сюда, повороте, не доверяю. Я сюда. А хилов тоже надо, да? Да, одного хила. Козырь, да, нет? Нет, лучше Эрдру, наверное. Сюда, Вайет, вы сюда, и Хилика сюда. Хорошо, Вайет идет в жопу, Хан сюда. Давай меня в комнату. Мага возьми. Еще. Тиамка был. Не, лучше так. Там Гера и просто не дамажит в комнатах. Гера топ в комнате. Пруфов нету.
Да, кстати, нету пуфа. Так, мутант, Animal Jazz, Воед, Нарексис, Макгрегор. Так, Воед в хила. Надеюсь, ты и так не был так не в хиле. У нас получается 4 хила, 2 шамана и 2 приста. А, и Ардру еще, отлично. Хпал есть еще. Не, он ретрик. Ну я могу хпал. Ты можешь зайти на Холипала, да, и сделать себе квест наконец-таки. Только ты знаешь, когда кидать молоток? Вот эти фазы. Я просто забыл кинуть его. У меня было мало этих здравомыслий, я умер. Хорош. Давай пати. Можешь в ретрика тогда. А тогда два танка было или три? Тут два танка достаточно. Лучше хэпала его в хэпале оставить. Потому что первый третий фазон хорошо хиты. Танков надо держать. Ну хорошо. Будет спекайся в ШП тогда. Понимал, Холипала, дайте шкаф. О, это нормально. Ну такое. Короче, смотрите, третья пати будете бегать за Джерионом. Это будет круг у вас, да, лосисты ему. Будете слева бегать. А четвертая пати будете бегать звезде. Во, Лейшин, будешь подхиливать нас, если что, в комнате. Окей. Давай, мутант, иди. Так, теперь по порталам. Хавкер, твой первый портал слева. Каменс, твой второй портал, Джерион третий, Абис четвертый, Воед пятый. А, справа Хилик, это твой первый, как Ракшас. Как мы считаем порталы? Ну как там, картинки как там было нарисовано? Ну-ка считайте. Смотри, там один портал спереди, посередине, четыре слева, четыре справа и один сзади. Все, хорошо, смотрите, портал, который спереди, заходит Хавкер. Четыре портала, которые слева, в первый заходит, ну, если считать слева, получается их четыре, в первый заходит Каменс, во второй Джерион, в третий Апис, Войд в четвертый. Потом четыре портала справа, первый заходит Хилика, Ракшас второй, Дедмайндед третий, Лейшин четвертый, я захожу в самый задний портал. Подожди, а кто хил в комнате будет? Апис. А, Апис, я думал, сова это. Он умеет хил, Апис, ты был когда-то в комнатах? Так не, пускай козырь, смотри, лучше козырь отправить. Нет, потому, что... я здесь еще раз говорю, раньше отправь, играл, часто. Все сделано. Так, какой у тебя Апис был портал? Третий. Все, козырь, твой третий портал, слева. Я в комнату не иду. Почитаем, да, ты в комнату не идешь. Не теряется, слышишь? Серьезно? Да. Нормальная тема. Поэтому лучше обсчитывать всех людей заранее. Хилик и Дедмайнды тоже считуйте. Не-не-не, пускай лучше ДЦ считывает. Это лучше щит. Две комнаты должны перевести, если никто не потеряет здравомыслие, будете вообще красавчиками. Короче, смотри, друид Апис. На первой фазе, ну вот сейчас мы когда побежим, будем стоять все в звездочке и бить мобов, которые будут там в центре у Сары. Потом переведется босс, Сара будет бешеная, мы должны будем разойтись в рейндж. Будут пакты, как на леди, такая красная полосочка, надо будет сбежаться с чуваком. И зеленая полосочка тоже сбежаться с чуваком надо будет, иначе у тебя будет теряться здравомыслие. Во. Потом, короче, будут щупальца. Самое огромное щупальца, к нему вообще не подходи. Большую щупальцу заливать CRDD, маленькие щупальцы можете и милики заливать. На третьей фазе, когда мы переведем, там босс будет кастовать говно, надо будет отвернуться. Во, если вы будете стоять лицом, то у вас будет теряться здравомыслие. Вроде все просто. Давайте чек на пул. Третья пати выходит в портал слева при выходе, четвертая пати выходит в портал справа при выходе. Нормально, можно всем в один портал выходить. Нет, там ГКД на портал. Каменс готов? Подожди, у нас мутанта нету, он в Гримаре. Точно, сейчас бы начали.
А что он делает в Огре? В Огре есть тренер ДК? Ваня, ты что там в Гримаре делаешь? Чуть не спылили. Нету, говорит. Ой, это начертание. Символ на ветер. Кто сделать может? Как он там, Ваня, называется, Олимпий? Кого этот символ воющего ветра вон в рейд линкнули. Интересный вопрос. Сейчас, подожди, давай просто сделаем. Хер с ним, Ваня, так убьем. Ты пошли уже. Шкаф поставь твою. Графит поворот, ставьте шкаф. Че, Ваня, суманчил уже? Ракшас забрал, говорит, ему. Ван Петрунин, суманчи давай. Че там, мутанты тут? Давайте чек. Сейчас сотку выкидывает. Ракшас в повороте, Каменс на Рексис. Каменс. Каменс. Все, отлично. Пойдемте. Идем все в центр, не в центр, идем за звездой, вам лужу можно не спулить, стать в звездочку, будет все хорошо у вас. Все, стойте! Стой, тихо, тихо. Получается второй слева, не заходите в него, кто не в курсе. Стойте в звезде и не шевелитесь. Просто не шевелитесь, пожалуйста. Не шевелись, конченый. Также было в РС 25 гер первый раз, когда нельзя было шевелиться. Санкции накладывали или нет? Санкции? И санкции. Чтобы на Луне ракеты не запускать. Он еще не знает такого слова, не выучил. Блять. Умирает тот бурят. О, кстати, я бурят. Кто теряет здравомыслие, тот упырь. Херня. Уже обидно. А без смертей. Старайтесь убить. Ну так если потеряешь здравомыслие, то сдохнешь. Страшно. Бунга С хилик. Эпи, стресс хилик. Страшно, блин. Я знаю, танки агрите, пожалуйста. Реса. Ну, я рез. Ты сбивайте. Агрите, стража, алло. Не бейте стража в рейде. Опять Апис умер. Лейшин, рез и Аписа. Боже, сколько мобов, караул. Фиряйте, фиряйте в рейде мобов. Топ, что-то.
Агро, Ракшас, сагрите, агрите мобас рейда, пожалуйста. Бейте все ромб. Караул, много мобов. Убиваем там в центре. Хп бейте. Дайте бафы по рейду, еще моб, боже мой. В центр его. Все, добиваем стража, только не в рейде. Спой гимн ману. Стражи, вот видите, из рейда. Все, бьем щупальцы, стража только надо добить еще. Стража с рейда уведи. И РДД добейте стража. Диспельте вот это ослабление. Яды диспельте. РДД добейте стража. Пал я отспал. Все, он сейчас умрет, отлично. Пак, надо сбежаться. Нет, это не пак, это какое-то говно. Черепка, отходите. Масбафы дайте. Дал. Так, щупальцу там добили, отлично. Эва по другой тапит. Так, давайте идем сразу по своим порталам и щупальцы бьем. Мой последний портал, который сзади босса. Ракшас, он бегает далеко. Портал. Все, заходим в порталы. Конченая комната, ну, отворачивайтесь, главное. Хантер убью, сэр. Тури здравомыслие не теряется, хорош. Все, пойдем бить. Левая, этот, третья группа налево, четвертая направо. Просто спой гимн ману пока. 15 секунд еще бейте нормально. Пока бьем. Бейте взрывом разума, ребята. Нету ретрика. Бейте, вот теперь выходите 10 секунд. Все, пауза, выходим. Поставил сразу, заходим, ну, расходимся по порталам, как стояли. С пактами, сбегайтесь, кто не в комнате, покомандуйте тут пацанам. Присты, бейте взрывом разума, ретрика нету вообще. В комнате, да. И вообще, да, бейте взрывом разума. Все присты. Сейчас за эту комнату должны перевести, готовьтесь. О, боже, на мне щупальца, караул. По комнату. Меня убьет щупальца, подхильте. Подхильте, я сзади босса, щупальца убивает. Нет. Рыбу прожми. Она помогает? Урона не будет. Все, меня черный лимон захилил, молодец, девочка. Я зашел уже. Буду стоять ждать, пока босс. О, отлично, бьем, переводим. А переведем? Нет. Успеем? Не. Без роста. Просто переведем. Стоки бейте. Присты бейте взрыв разума, сука. Сесть, рейд, что ты базаришь? Я тебе залью ману, нормально. Бейте мозг, нет, добивайте. Нет, остальной рейд говорю, который не в комнатах. Нету ретрика, нету бафа. Все, выходим. Перевели, перевели, выходите сами из комнаты. Не, выходите. Давайте рост, шаманы. На ком больше же 80 здравомыслия, 60, бейте босса, не отворачивайтесь. Бейте босса все. Да, тупо все бейте босса. Думали, что кого мало. По мало здравомыслия, отворачивайтесь. Где? Танки, выводите трэш. Как, готовься сейчас? Во, кидай, понял, кидай. Кидай. Засчиталось? Нет, нету дебафа. Он не успел кинуть. Подойди поближе к боссу. Вернулись. Через 8 секунд опять. Кидай. Отвернулись, стойте, ждите. Прокнул у него? Не, нету дебаф. Не кидается, короче. Поближе подойди, Олег, и лицом встань. Иди поближе. Повернулись, бейте босса. Тебя откидывают, поближе чуть встань. Подготовься сейчас опять. Вот, кидай. Вот, все, теперь засчитало, молодец. Хорош. Отвернулись, ждем, стоим. Ждем.
А бегите влево от Трэша, бегите влево. На каком сроке здравомыслие, бейте босса. Бегите от Трэша, там не стойте в нем. Бейте, бейте, бейте босса, повернулись лицом, бейте. Сейчас отвернулись, отвернулись. Не слушайте его, бейте. На ком больше 40? На ком 10 отворачивайтесь. Бейте, бейте, повернулись. Бейте. О, конченый моб, стухни! Отбивайте, отбивайте. Лесните, пожалуйста. Пожалуйста, блин, лесните. Козырь, нахрена ты в мой портал зашел, блядь? Я же до жопы, блядь, бежал. Чтоб залезть. Жесть, блядь. Так, чё упало? Мне с ума сделали, прикинь? Сиди, да, блядь, хорош. Сиди. Так, давайте паролим голову Мимирона. Кидайте свои боссные роллы. Бля, Джерион, вы... Джерион. Куда такие роллы, бля? Джерион, блин, хорош Джерион, конечно. Держи. Спасибо, братья, я вас верю. Давай, удачи тебе в следующей жизни. Колечко рольте. Уже с первого правила, блин. Да, рольте, дробя... Не ливайте, еще алголон остался. Чё это, демиург? Надо кому-то? Я себе его заберу, он стоит много голда. Здесь можно лишь кто-то на алголона, слышь? Да, сейчас будет нужен кто-то на алголона, слышь. В очередь стань сначала. Слушай, а чё здесь руки резнулись? Ну убейте руки, убейте. Да убейте, пусть убьют. Да какой руки, блядь? Рольте защитника. Что, никому защитник не нужен? Пусть у Геры. А, стой, сосуд. Погоди, погоди, давай, давай, давай. У Геры попроси, короче. Могу сдать. Так, руническая сфера. А, Олег в рейде, блин, рольте рецепт. Спасибо. Все, идем на алголона. Так, нам нужно опять сбор в канале Нижем. Сейчас, подождите, мы перенесемся, чтобы обсудить. Комиссию собери еще, блин. О, Джерион. Псих, дай тело кольчужное. Тут? Нашел вроде. Thank you.
Это что, сейчас естественный отбор, ветер северный происходит. Понял, кикую. А нет, шестую группу убили. Ну да, они на слезы шли, хотя. Да. Ну конечно. А-а-а. Каждый раз их пытаемся. Сейчас спорим, кто из них пятерых умрет. У нас последний трай, блин, вся проблема в этих созвездиях поганых. А у нас тогда. Ну-ка, ты же не говорил их закрывать дырки, типа, да? Я здесь не для того, чтобы сражаться. Не, почему? После первого сурового удара выходят люди, и сразу дырки надо все закрывать. Потому что там еще три созвездия спустится. Так они до должны закрываться, что? Системный анализ, чтобы выявить. Там я не знаю, смотри момент. Можно и до. Суманите или бросать это? Я сегодня тоже хотел это уточнить этот момент. Ну, пока мы в порталах, интересно, можно закрывать или нет? Выйдут потом люди. Да выйдут. Когда сурового они закрываются? Ну типа 3 появилось созвездие, если 2 завел, то считай убить вероятность 99%. Потому что одно легче законтролить, чем 3. Я не понял, как ты хочешь. Да, убейте стран. Ну вообще по официалке он свободный танк типа заводит. И еще он по официалке типа идет на него, на танка прямой дорогой. А здесь он типа по пути по его идет. Ну хотя я сейчас не знаю как. Тупо встаешь за дырку, то он тише, все. Ну мы чтоб 100% сделали, надо просто третий танк, все. Даже не танк, просто. Любой так, ТП, Войт, заходи на своего фурика. Вся шестая, восьмая пати, покидайте инсту. Я ИП вам начислил. Слушай, а может Войт АДК зайдет, пусть лучше. У тебя, ну что, нормальный подчинен, пацан? Конечно. Да, у тебя нормально. Берем у Диалана. Че, сова-то моя нужна, нет в рейде? А ты умеешь? Блин, а ты когда-то умирал, не? Что, ты мне говоришь? Что сейчас будете делать? Ачивают или нет? Да. Какую? Слезы. Не нужна, ну, пускай Войт лучше на АДК. Потому что очень много шипешек. Дорн есть, он нормальный чувак? Дорн? Да. Да. По нульду, по-моему, не ходит, да? Мне тоже, да, такое. У нас по факту, если ДПС сильный, то будет всего лишь 2 суровых. Смотрим сейчас по ДПСу. Так, этот еще пати хоть нормально раскидаю. Да, мутант, не нужен еще один протопал. Не выдумывай. Да не будет вайп тогда, что ты выдумываешь? Просто заберут и уйдешь в эту фигню. Там, короче, он имеет в виду, мутант, что 3 созвездия не танчится, а лучше 2 из них завести в дырки. Тогда все проще будет. Вероятность того, что хила не убьет, как в прошлый раз, выше будет. Короче, итог рейда. У нас 3 хила. И у нас есть... Сколько? 2 слота под ДД. Смотрим состав гильдии. Animal Jazz минус, Speedwork минус, Эпис минус, Неоспоримый в рейде. Вот насчет Коровкуса, не знаю, он умирал когда-то? Как? Он же недавно в гильдии вроде, не? Да. Апис это носок, ты носок нормальный пацан, можешь его возьмешь? Это уже не носок, это уже другой человек. Это другой чувак. Ясно. Шеннон зашел. Дил, у вас нормальный чувак, либо тоже такой си? Походу такой себе. Не, ну дело у вас вроде нормальное. Так, кинем пати просто, значит, ему. Так, смотрим дальше рейд. На Курин Клан Самогон. ЦЛК 25, можно его больше в рейд не брать. Так, дальше породистый нет. Мумбинка нет. Поворотия. Да, так, нет. Все, сейчас идет Шеннон и будем троить так, ну, не троить, а убивать так. 3 хила, да? Ну, кто-то а может, наверное, зайти на хила. Чего похилить, если надо? Че, Дима? 2 хулипала могу похилить. Можем, да, 2 хулипала похилить. Надо 2 протопала. Да, не обязательно. Неоспоримый говорит, нужен один протопал.
И что он это? Что он этим хочет сказать? Да то, что два суровых, один протопал сможет спокойно пережить. Хилые переживут твои созвездия. Так я отведу несколько. Дайте его, псих. М? Да, дай. Сейчас, подожди. Найду его. Вот это? Да. Спасибо. Олег, сколько ЕП до этого чувака, где сравнитый враг? Что, Визакса? А? 4500. 4500, да. Да, 4500. Ща, букука, найду. Да не солейте, да, я же писал ЕП Навара, псих. Беда. Так, прими пати тогда. Предатор бат, это кто? Да это я просто ЕП ему кинул. Ну все, смотрите. Блин, я с Примой, ты уверен, что хватит? Можно крайняк спекнуть еще одного? Я не знаю, будет тут некого спекать. Сакра не будет третий. Можем отправить ретриков сделать спек под Сакру. Всех, а, причем. У меня есть. А, стоп, у Джерин ретрик, да? Он хулипал. У меня есть спек под Сакру на ретрик. А зачем здесь 4 хила? А, ну ладно, 4. Тут урон получает 2 танка. Становиться не могу. Созвездие. Слышь, а ну подождите, а есть ли как вариант нам сделать для подстраховки холи приста какого-то Джериона в ретрика? И если будет третий суровый, прист перед заходом даст крылья танку. Третьего сурового не должно быть. Не-не, третьего сурового не будет. У нас очень много урона. Ну как знать. Прям 100%. Либо мы пойдем в 3 хила, но вы захилите. Ну, типа ревневал васабик и ДЦ. Просто там нужно будет рейд еще подхилить, когда будут звезды взрываться. Да, это понятно. Не, ну в принципе ДЦ хороший там. Все очень хороший, плюс 3 хила. Эршам, хапал и эрду. Хотя бы минимум так. Конечно, поставить. Здесь урон получается только от взрыва звезды и в идеале танки и созвездия, все. От кары должны отбежать люди как можно дальше. Ну тогда давайте Джерин спекнем в ретрика, чтобы он давал сакру. Это будет дефолка, и вы втроем захилите. У нас плюс ШП еще много, который будет подхиливать рейд, если что. А, ну да, в принципе. Так, нате ассиста, я выключу редфреймы, чтобы я нормально ДПСил, а ты пейрелишь. Ты кому-то мне? Ну я и тебе, и Лейшену. Я вам всем, короче, раздал ассистов. Не, я бы пейрелил бы, если бы не хилил. Да, пусть пейрелит Лейшен. Шуджерина все-таки оставил хилля. Только, смотри, Джмук, когда разбивается одна звезда и рейд хилиться на фул, ты сразу говори, бейте вторую, а не ждать по 20 секунд. Я понял, хорошо. Смотри, что сам, если хочешь спекай Джеривана. Ну, чтоб не было прикола, там в конце, короче, 3 звезды взрываются, мы умираем. Короче, Дима, смотри, Дима, решай сам. Я бы на твоем месте спекнул все в хапало, вы бы частицы с Олегом разделили на двух там танках. Все бы чики-пуки было. Хилите спокойно, а я разбиваю звезды. Это, например, с Хавкером, с Виталиком. А, ну давай. Скажи, как вы добить все. Метку буду ставить, и по моей команде будешь просто переключаться. Джерин, куда хочешь, кидай, я потом кину. Хавкер, метка будет кружок. Сначала играешь в боссу, потом, так как только звезды появляются, оставлю метку, по моей команде переключаешься. Хорошо, хорошо.
Подбить. Есть смысл всему рейду выпить настойки на ХП? Нет. Лучше пусть унитаз Локи поставят и камешки все оттуда возьмут. Есть смысл выпить ДД фласки, чтобы больше дамага. Я выпью. По толку. Там два суровых будет. 10 кар. Тинку еще по рейду, пожалуйста. Можешь мне ПВП шмот надеть? И лапы еще. Да блин, ты не умрешь. Тут вот эти 1К, 2К ничего не зарешат, если взорвут 2 звезды или ты не отбежишь от кары, понимаешь? Ладно, я и так не умру. Кару со звездами тоже там рассинхронизируйте, чтобы кары и звезду одновременно не убивали. Чтоб кара была и звезда. Ну я пока мать убью. Самогон, идем вот на слезы. Кто нужен? Ну Локом иди. Он, кстати, может Эрдру зайти. Да, то может быть Эрдру ему заступить. Да. Или АДК. АДК для рейда будет неплох. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Или третий танк. Захожу на ДК. Че, у нас по танкам мутанты неоспоримые, да? Да. Ой. Что самогон, конечно, танком заходил. Ладно. А дебаф на танке сколько висит? Ну, успевает он, если два танка спадать с первого, пока второй да. не дает? Да. Ну, тогда зачем третий? На созвездии он просто висит. Потому что там тяжело, сам по себе, я напомню. Следить за Агрона боссе и созвездие агрить на себе. Понимаешь, что сложность в том, не в том, чтобы их собрать, а следить, короче, за агро у созвездия и у босса. Люди начинают в порталы заходить, и созвездия бегут за ними. И прикинь, половина забежала в порталы, а другая половина осталась снаружи, а созвездие портал закрыло. Да, понятно. И смерть стопроцентная, поэтому третьего танка испекут, чтобы он к созвездии собирал и отводил в стороночку. По идее, свободный танк спокойно может 3 созвездия держать. Так фишка в том, что их надо закрыть. Да видишь, они одновременно с рейдом. Ну конечно, когда появляются, тогда надо их дырки завести. А эти созвездия много дамажат? Короче, одно созвездие, которое чародейский выстрел от 7 до 9 тысяч. Это одно созвездие, чародейский выстрел, когда кастуют. А ты представляешь, они появляются... Моментально агро либо на Джерриане, либо на Олеге, либо на Васабике, кто больше там по ХПСу будет. И они втроем, короче, кастуют вот очень много, короче, 7 до 9. Я только хотел предложить ретрику забрать. Я не забрал, запали, когда на мне было 3 созвездия, взрывали звезду, и все равно. Если хил, короче, заслакает, минимального хила не будет. Ну да, если хил слакает, то... У нас плюс еще щиты ТДЦ. Еще щиты Валанира. Да. Ну что, короче, так, по сакрам распределили, нет? Саня, Триси, оставь этот темную ауру, твоя будет темная аура, и выноси мастер ауру на панель. Твоя будет первая сакра на Васабика, Дилвас, твоя вторая сакра на Джерриана. А неоспоримый пусть кидают на Олега третью сакру. А на хилоп зачем? Я говорю, там созвездия будут появляться навсегда, всегда на хилах будет агро у этих созвездий. У нас же 2 холипава. Можно на первый суровый одного холипава оставить, он бабл прожмет и все нормально будет. Бабл спасает бабл. Не спасает череда, не спасает глыба, не спасает бабл. Спасает только, короче. Да, спасает только эффект понижения. Только эффект понижения урона. Не неуязвимость. Бы тучка у ШП помогает. Я тоже так думал, в РС, что глыба спасает от лезвий. Но она что-то не помогла мне. Так, а с Атарарирепа ты с телефона сидишь? С домофона. Ты не умрешь, я надеюсь? Отлично, он не умрет. Если вдруг у вас, как у меня, на конце лаура тучка, вытащите лучше с книжки заклинаний. Лучше убери ШВД с панели. А ШВД тут не дамажит.
Хотя лучше уберу. Славик, это на лане под укусом нажимаешь? А не Славик, а это... На лане нажимал, кстати. На лане нормально, там оно... ...возвращается. Нет, оно учитывает урон, как без модификаторов. Так. Что я еще не сказал? Кто из танков оставаться будет или нет? Все кто-то знает. Пал все время на всех суровых останется. Все нормально будет. Надо определиться, кому зубы кидать, неоспоримому, либо оставлять на вторую фазу мутанту. Мутант должен выжить, незыблемость продать. Козырь кинь этот тогда... Не знаю, как лучше это сделать. Кинь на первом суровом ударе, когда в черную дыру будешь заходить, зубы на неоспоримого. А ты потом себя их успей только снять, потому что там агро будет меньше. Первого сурового. Сразу же снимай, я говорю их на себя. Оставайся тогда всегда неоспоримый ты. Ты помнишь, да, на первом суровом ты, короче, прожимаешь на 50% срез. Да, конечно, я знаю. Ревностно не должен сработать, все, а на втором срабатывает ревностно. Все, мутант, ты тогда в черную дыру, получается, заходишь. Первый на пул, на мутанта идет, дальше уже не напуливайте. Ситуации посмотрим. Так, далее, что не рассказал? Еще. Насчет звезд разбиваем, просто скажешь, кружок разбиваю, все. Да-да-да, я поставлю метку и скажу разбиваем. Как в тот раз разбивать звезду, блядь, и долбить все звезды нахуй. Козырь, первый суровый удар, на попало зубы кидаешь, потому что он остается. Бля, я помню, поставил на звезду метку звезду и сказал, бейте все звезды. Хавкер, еще раз повторяю, я оставлю кружочек на звезду, которую надо будет бить, и по моей команде мы с тобой переключаемся. Все, ничего сложного нет. Ревала, нахуй ты за мной повторил? Потому что это мой был рейд, я это говорил, ты напиздил, что это он говорил. Подходите. Катитесь. Вокруг этого босса хилы там по одной точке не стойте. А чё можем? Виталий, подходи, тебя ждем. Классно, я лагать начал. Ах, сильно. Ой, нет. Так, надо кикать его. Лёх, выйди тогда в Долоран лучше, нафиг. Да, я сейчас просто все нормально делаю, все. Сейчас, не нягрите, мне нужно пойти поссать, а то я что-то переживаю сильно. Кстати, Лёха, слышишь? Лёха, самогон, ты не используешь мор вообще. Ты обновляешь доты только точечно удара чумы и ледяное прикосновение. Удар чумы и ледяное прикосновение раскидывают, если что, доту по всем мобам. Бродячую чуму? Да. В идеале тебе вообще, конечно, спек перебить. Что аккуратнее, смотри, если звезда близко, просто не бей. Тут урона вообще с головой хватит, даже не переживай. Просто накинул, чтобы шипешки очень сильно били. Сейчас психожжем, мы будем начинать. 5 КЕП, да. Можешь побольше? О, да, надо 5 КЕП. И так много. Не знаю, сколько ходим, не можем сделать. Вся проблема от себя. Я готов. Да. Очень много бьют. Ну, с каждым убийством будет понижаться ЕП. Знаю, кто сейчас заслакает, 5 КГП накину. Рано, вареньку убери, пока ты ему убери, рано очень пустая. Убери их прямо сейчас. Я не варенька. Так. Ой, да. Я только хотел сказать, сейчас варенька сдохнет первым. Да, не варенька. Да. Все готовы, давайте отошли. Только два танка в центре под боссом. Идите. Ваня, васабик. Вот 30 так, все. Стоит. Мутант, давай на счет 3 начинаешь. 1, 2, 3. Начинай с ЛПшки. Выставь тотем и иди в центр. Даня. Да сейчас, подожди, пусть он запустит. Может, рост оставим? Блять, на пол дал. На РС? На РС оставим? Не, ну типа на второй этот. После пула. До пула 8 секунд. 8 секунд до пула. Идите подальше, отойдите. К стенке, отойди. Крик, Даня, отойди. Дайте. Подальше отойдите все. Поехали. Напуливайте сейчас на мутанта. Давайте рост. Сейчас звезда появится, я поставлю кружочек, сразу в нее переключаемся, Хавкер. Угу. Давай. Шлетку, шкаф все, отошли. Гели вытирать. Сгели вытирать, сейчас взорвем. Подальше от кара отбегайте, подальше, очень далеко отбегайте.
Хиливать. Чё это за взорвалось? У которого есть что-то взорвалось, захиливать рейд. Не бей, не бей, не бей, подожди. Все, давай, разбиваем, разбиваем. Отошли, отошли от кушка, отходи там. Стоит. Разбиваем, захиливайте, захиливайте. Все, ждем, захиливайте рейд. Ткары подальше отбегайте, на 20 метров подальше, подальше. Созвездие забирай. Свободно там. Давай. Да, разбиваем. Захиливайте рейд. Все, играйте в босса. Просто в босса играйте. Забираем танк, жди, жди. Созвездия на танках. Все созвездия на танках. Сейчас кара будет, надо подальше отбежать. Сейчас кара будет, надо подальше отбежать. Так вот, бегаем очень далеко. У стены кара, не подойдите. Все, подходим, ну, подходим, да, к черным дырам. К черным дырам подходим, никто не заходит. Подходим к черным дырам, никто не заходит. Все созвездия на танках. Так идем. Все, зашли, зашли, заходим. Хилы заходят последние. Заходим, заходим в черный портал, заходим. Жили туда, где в реальности нету черных дыр. Хиливайте рейд. Хиливайте рейд. Пока не бей, жди. Все, разбиваем. Просто стой, не разбиваем. Все, давай, разбиваем, разбиваем, захиливайте рейд. Давай, тряси первую саку. Тан, забирай. После кары разобьем, после кары разобьем. Нормально все, так идем, нормально. Кары разобьем. Там ждем от кары, подальше отбегайте, подальше от кары. Все, разбиваем, захиливайте рейд, оверхильте. Сейчас по моей команде сакру дашь, разбиваем, разбиваем, давай сакру в рейд. Гимна от хил, пой, Персия, гимна от хил, пой. Сейчас читай, разбиваем, разбиваем, кружочек бей. Молодцы. Все нормально, так и идем, захиливайте рейд. После кары разобьем, подальше отбегайте от красных меток. Захиливайте рейд. Следующий сакру делает сакру, давай на хилов. Все, разбиваем. Все, переводим босса. Короче, будет, смотрите внимательно, будет суровый удар через 10 секунд. Подошли к черным дырам. Свободные танки на себя трэша агрите. Ауешьте. Просто так же бейте. Сейчас будет кара, затем будет суровый удар. Одна секунда. Сейчас надо будет забежать от кары. Вышли, вышли, вышли мы из зоны. Все, и заходим в черные дыры. Пошли, пошли, пошли. Все шипашки остаются. Заходим в черные дыры. Все, переживаем, пытаемся выжить. Добиваем, добиваем босса. От кары надо выбежать. Казахливы. Все. Вот просто стойте, бейте. Сейчас от кары надо будет через 5 секунд отойти. Все будет нормально. Давайте. Сейчас будет кара. Отбежали от кары. Последний рывок. Последний рывок. О-о-о. Изи. Да ладно. Хорош. Ждем, 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 ждем. Ждем. О-о-о. Линкуй в чат. Слышишь, у меня сейчас бомбанет. Че, че? Ты видел, как я два созвездия закрыл? Красава? Да я тоже, я три созвездия отнес. Вообще нормально. Короче, все. А вы заметили ДПС какой хороший? Короче, самое хуёвое, то что я лагал, пиздец. У меня рост, там подбросил, и я не умер. Ребят, хотите прикол? Даже ремус на втором. Красава, ты поди сакру отдал. Нет, я двань спасения отдал себе. Плюс еще зубы были этого козыря. Ой, ты заснял это? За это ну, или конечно, нет? Блядь. Пиздец, я пятерка сверху. Мне кажется, даже было видно, как я лагал, нахуй. Все они были подобны. Фух. Неужели блядь, просто красотом. Все молодцы, красавчики. Похоже, ваша сила кроет. Пиздец, я ачивку сделал на сову. Сука. Походу за хламоботов вместе. Арма пришла. Зачем ты ревнул? Подождите, я стойте. На... Все, потише. Надо теперь... Я на лоб захожу, чтобы ЕП получить. Дил вас был только на этом боссе. Кто еще только на этого босса пришел? Да, на ЕП тоже зайду.